あいつ殺すべきじゃなかったが、でもめっちゃ怪しかったんだもん。どうしよう。ちょっとここはね、多分選択肢が生まれると思うからね、悲しませない嘘がなんかあれば、ちょっとそれで穏便に行きませんかね。怪しいんだもん、あんなところに一人ポツンといたら NAR のスパイかと思っちゃうじゃん、そんなこと言われたって。あ、でもレーションめっちゃ手に入ったの、美味しい。あー、ただいま。Я принес ваши припасы. Потрясающе. А что насчет похитителей?Просто говнюки из Нары решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Да, кстати. А. Костя так и не вернулся в лагерь. А. Если встретишь его, скажи поторопиться. Он нам нужен. Он нужен мне. А. Я, 分かってもらえるわけねえだろ。殺したんだぞ、イーゴルが。嘘をつく。Я не знаю, где он. Прости. Я так надеялась на новости. Что ж, Костя взрослый мальчик. Уверена, он о себе позаботится. Но если встретишь его, передай, что я его жду, ладно? 了解です。じゃあ、嘘をついた上で仲間になってくれませんか？ Как насчет того, чтобы объединить усилия?Похоже, у твоих людей здесь все под контролем. А мне бы пригодился человек с такими навыками и целеустремленностью. Что ж, а мне бы пригодился человек, который столько знает о технологиях НАР. Ещё. Да, думаю, какое-то время Матвей без меня справится. Веди. Я открою для тебя портал. Не пугайся, ладно? Ятта!夫殺ししてるけどね。Это немного необычно, но я тебе доверяю. Тогда приятного путешествия. Увидимся на базе. А, 先行っちゃった。よし、夫殺しのことを知ってるのは私とオリビエだけだからね。余計なことをオリビエが言わなければ大丈夫なはず。あーで、もう用ないから帰るか。Рад видеть тебя в своей команде. Я сделал это ради безопасности моих людей. はい、いろいろ聞いちゃおう。А у вашего поселка есть название? Мы просто называем его селом Матвея.Когда-то тут ничего не было, только несколько старых хат. Но потом эти уроды начали к нам заглядывать, и пришлось строить укрепление. Да уж, похоже на крепость. Думаешь, вы могли бы выдержать осаду Нар? Ну, если они притащат трибушеты с баллистами, тогда... А вообще дела идут неплохо. Нехватка еды. Вот наша главная проблема. И правда, как в средневековье. Черт. Меси не канште ва не.ここにいる限り大丈夫だ。Кстати, хотел спросить, Нар ведь только часть проблемы. Как вы защищаетесь от теней? Мы называем их скрытнями, но они не приближаются к поселку почему-то. Однажды я спросила об этом Матвея, но он мне толком ничего не ответил. Сказал что-то про особенный местный микроклимат. Микроклимат, говоришь? Хм. Главное, что в поселке нам хотя бы эти чудовища не угрожают.Я доверяю Матвею, мне его слова достаточно. А, 村が花から安全だからあんまり影への対処とか戦闘方法とかは知らんと。Как вы справляетесь, Нар? Как получится. Обычно с помощью пистолетов и ножей и всего остального, что может отправить этих уродов на тот свет. Не пойму, почему они так вас донимают? Вы же никого не трогаете. Мы сначала тоже не понимали.Думали, мы как-то договоримся, и они оставят нас в покое. В этой глуши места всем хватит.
Сначала наемники согласились закрыть на нас глаза, но потом стали приходить и требовать... Дань? Именно. Началось с мелочей, но эти уроды быстро обнаглели. Неудивительно. Один раз даже захотели одолжить несколько барышень из поселка для вечеринки. Кошмар какой. Я, кстати, вызвалась пойти. Сказала Матвею, барышня из меня так себе, но я схожу. Матвей ответил, только через мой труп. Послал этих ублюдков из нарко всем чертям. Отлично его понимаю. Он твой отчим. Он волновался о том, что они с тобой сделают. Да нет же. Он знал, что если я пойду, там будет гора трупов с отрезанными членами. Думаю, он хотел оттянуть начало полномасштабной войны. Ничего себе, Ольга. Ну ты даешь. へえ、女を要求。エッチなことをしたんです。はい。成功したよね。よし。はい。誰もね、誰も悲しませない嘘をついて仲間に招き入れた。いいね。だってこれでね、スキルポイントを使ってまたいろいろ能力を得ることができるだろうし。はい、ここに入ったね、檻が。あんなやつが夫だなんて思うかよ。あんなへっぴり腰わかるわけねえじゃん。Чем могу помочь, профессор? あー、プリミティブアーマー回収できてればね、与えたんだけど。チェックしよう、スキル。規律。あ、体力バー増加。あ、インベントリースロット獲得。これ欲しいな。あ、さらに獲得。AR ダメージ増加。あ、AR 系の能力がくれるのか。なるほど。とりあえず、インベントリースロット欲しいです。Отлично。Только никаких шуток во время тренировки. Не то. 何を学ぶんだ一体、インベントリースロット増やすのに。Ну ладно, вижу, задача меня ждет непростая. Это будет крайне сложно, возможно даже опасно. Я думал, ты меня будешь учить правильно собирать сумку. Как это может быть опасно? Опасно для моего психического здоровья. Но не будем забегать вперед. Во-первых, я хочу обратить внимание на тот факт, что ты почему-то решил, что только я могу научить тебя искусству упаковывания. Полагаю, это потому, что я женщина. И это, на мой взгляд, чудовищный сексизм. Прошу прощения? Ты прощен. Тем не менее, у меня и правда припрятана пара любопытных приемчиков, которые тебе наверняка пригодятся. Скажу честно, Игорь, когда я смотрю, как ты организовал все на складе, мне плакать хочется. Ты умеешь плакать? Ничего себе. Я плачу внутри себя. У меня душа болит, когда я вижу эту свалку хлама пополам с безнадёгой. Никаких четких линий, никакой эстетики. Просто мужское логово, провонявшее тестостероном. Немного рисковато. Тебе не кажется? Но ничего. Как сказал один мудрец, когда ученик готов, то и учитель найдется. И этот учитель ты. Да, я. И вот первый секрет. Это все идет из головы. В каком смысле? Беспорядок в голове ведет к беспорядку в вещах. Чем лучше ты организован, чем яснее твои мысли, чем чище разум, тем лучше ты можешь распределить вещи. Но... Никаких «но». Не спорь, не отрицай, не борись с истиной. Просто молча впитывай мудрость. Я дам тебе подумать об этом несколько минут. Или часов. Ого. О, сэккё сарэте угатта. はい、ゴミ山っつったこの拠点のことめちゃくちゃバカにしてるじゃん。あ、増えた。ちょっと AR の方はスキルを得るまでしまっとこっか。Как дела, Данте? Как ты меня назвал? Данте? Да я книжку вспомнил. Божественная комедия называется. И у меня внезапно щелкнуло, что ты очень похож на ее главного героя Данте. Да? Ну, он за любимой в ад отправился и все такое. Оливер, я впечатлен. Не знал, что ты так начитан.
Я изучал классическую литературу в Королевском военном колледже Канады. А мой отец очень любил Шекспира. Пощады нет, и спустит псов войны. Да уж, сейчас такое никто не читает. Я знал, что ты не просто наемник, Оливер. Да, у меня есть масса сюрпризов, как и у тебя. И... Слушай. Ну я с радостью бы... Мокрый. Давай в другой раз. Как скажешь. Поменяемся? Конечно. そうだな、リボルバーの代わりにショットガンでもくれてやるか。で、またちょっと整理しようかな。電力の余裕がちょっとなくなってるかもしんない。あー、電気部品足りないな。ちょっと今はじゃあ物増やせないか。とりあえずこれ設置して。あー、やっぱ電気足りなくなった。そうだよね。ちょっとこれ、あー、保管っていう選択肢はないのか。あー、なんかね、電気足りてませんよって感じだしな。あ、スクラップにしたら元の部品返ってくるのか。返ってきてねえじゃん、もったいな。ちょっとジェネレーター最優先だ。電気部品をまた集めてこよう。とりあえず、アーマー作ったからこれあげて。あれ、リボルバー今使ってんのどっちだったっけ。あ、こっちだから。これをあげて、よし。あ、知性高っ。知性高っ。これでいいでしょう。まあ、弾薬も今心配ないか。あ、ストレージが。ストレージがあかん。今、でっけえストレージ作れたっけ。作れないんだよね。電気部品が必要なんだよね。まあ、仲間増えたし、この辺の収集ももっとはかどるでしょう。問題はだいぶ日数が経過してきたから、やべえモンスターとか、まあ、刻意のストーカーとかがめんどくなりそうってところかな。さてさて、ラジオかラジカセは何もなし。ここの画面か。Нам нужно поговорить, Игорь. Это важно. Что случилось? Со мной связался Матвей. Его разведчики нашли тюрьму в рыжем лесу. Только сейчас? Я думал, вы изучили эти места вдоль и поперек. Они обнаружили, что старый советский бункер был переоборудован. Похоже, совсем недавно. Продолжай. Мы в эту часть леса особо не суемся. Там полно скрытней и наровцев, поэтому ничего не знали. И Матвей думает, что это тюрьма. Именно. Там держат кого-то под охраной. Возможно, кого-то важного. Информации мало, но, думаю, проверить стоит. Тем более, охраны там толком нет. Определенно надо проверить. Думаешь, там может быть твоя мама? Нет, не думаю. Ее больше нет. Я давно смирилась с этим. Так что? Хочешь, чтобы я прогулялся до этого тюремного бункера? Я бы не стала просить, но это действительно важно. А у Матвея сейчас дел по горло. Ты в деле? Ма, 私あなたの夫殺しだから応じます。Ты права. Надо проверить, что это за место. Я посмотрю.Вот и славно. Иди и возвращайся с хорошими новостями. はい。仲間になった以上変なことを悟られるとかはないと思うけど、今、イーゴルがすべきことは決してオリガをコパチには近づけないことだ。
何か痕跡とか掴まれたらね、大変なことになるかもしんない。Поехали。はい。2人の装備はまあ大丈夫だね。Готов действовать, Игорь。はい。オリガは策略っていうステータスは何の役に立つのかよくわかんないけど、知性が高い。で、Поехали。オリビエはというと、戦闘能力がすごい高い、知性が欠けてると。なるほど。さあどうしようかな。やりたいことはいろいろあるんだけど、せっかくオリガを仲間にしたし、オリガ関連のミッションをがっつり進めてもいいし、ひょっとしたらこれでまた仲間が増えるかもわかんないし、やってみようか。で、二人は、もう、あ、待てよ、コパチにはオリガを飛ばすのはやめておこう。これ、イーゴルで、弾薬を、オリガに持ってきてもらおう。86% なら失敗することはないでしょう。で、コパチに、もうオリビエ、99%、素晴らしい、行ってもらおう。よし。レションは、イーゴルがなんとか、まあ、集めてくればいいし、ちょっと待ってよ。バナー2つ。あ、ロックピック。あ、ロックピック作ろう。ゲ。機械部品不足。作れない。1個しかない。現地で作れたらいいかな。あ、そういえば栽培中のこれは、あ、なんもない。まあなんとかなるか。はい、開始と。Я знаю, что ты хочешь поступить правильно, но разве это не пустая трата времени? Обычно ты не даешь своим эмоциям взять верх над тобой. В зоне полно старых советских бункеров и прочих памятников старины. С чего бы Нар ими интересоваться? Хай, 9日目. Уа, 天気 悪. なんだろうな、すべてはタチアナのために情報収集とか仲間を増やそうとしたりしてるのに、なんでこうチャチャを入れんのかな。まあ寄り道してる感は、アイフゲに寄り道してる感は否めないけど。オリガの偵察隊が赤い森で秘密の監獄のようなものを発見した。はい。ああ、ガスマスクまた持ってくるの忘れちゃった。まあいっか。なんでもうすでにモンスターがいるような BGM が流れてるんだ。これはその、ひえ、痛い。ちょ待って。回避。はあ、何それ。やった。ダスター、知らないモンスターだ。ちょっと、これは汚染ダメージを食らったってことなのか。精神回復。しまった、除染の薬。ああ、これ使っちゃうか。はい。あ、精神がちょっと削れたぞ。Я в рыжем лесу. Отлично. Теперь смотри в оба и не пропустишь его. Выдвигаюсь. 非常に視界が悪いんだが、またチェルノホストが出てきそうな気がする。
まあせっかくだしエフゲニーがいるならちょっと寄ってくか、なんか情報をくれるかもしれないし。